Всем привет, с вами канал Азов Диггер, а мы едем за посылочкой. Сбылась мечта. Сейчас приедем, покажу. А вот она и посылочка. А внутри рюкзачок. Внутри. Вот такой рюкзачок. Внутри. На спину одел и пошел. Сейчас будем вскрывать. Первое вскрытие. Ду-дум! Наборчик. Какой наборчик? Это у нас что-то железка. Флаг. Да, голубь, где золото найти? А? Сейчас будем рассматривать все поподробнее. Штилек, шикардос. Итак, начнем с вот такого отсека. Это у нас что такое? О, это у нас круг. На чем он плавает? Круг у нас тоже со значком Blue 3. Ну, почему-то написано Moda in China. Китайцы молодцы. Я всегда это говорил. Дальше у нас Detect Shop что-то. Это чек. Это чек. По чеку у нас, короче, до хрена. Но вещь. Чек есть. Дальше у нас флаг. Есть флаг синий. Есть флажок красный. Пока зачем, не знаю. Кто знает, напишите. Зачем два? Синий и красный. И трубка, через которую подается воздух. Слейбой Blue 3. Поехали дальше. Дальше у нас вот такая инструкция. Я надеюсь, на русском тут что-то есть. Сейчас мы посмотрим, на каких языках оно настроено. Да, пакетики, конечно, впритык все сделано. Лейба Blue 3. Дальше у нас им, короче, по-нерусски все написано. Ну то ладно. Дальше еще у нас такая вот штучка. И целый том книги. Книга, книга, книга. Где Russian? Нету Russian. Все. Будем изучать по-китайски. Вот такая вот книга. Дальше у нас вот такие вот отсеки с белыми коробочками. Отсек с белой коробочкой номер один. Это у нас аккумулятор. Аккумулятор вот такой формы. Сюда приконнекчивается. И есть клавиша зарядки. Показывает, сколько заряда осталось. Вот такая вещь. Один есть. Один есть. Что у нас во второй коробочке? Во второй коробочке то же самое, аккумулятор. Тоже все клавиши заряжены. Как сказали, одного аккумулятора должно хватать на 2-2,5 часа работы. Соответственно, их здесь 3. 3 аккумулятора, 6 часов погружения. 6 часов можно сидеть как в водяной воде. И есть такое. Здесь с этим отсеком разобрались. Дальше у нас следующие коробочки. Это у нас зарядное устройство. Зарядное устройство Moda in China. Ну, кто бы сомневался. Тоже Blue 3. И походу будут моргать. Тоже показывает, зарядилось или нет.
Это одна из многих коробочек. Следующая коробочка у нас тоже зарядное устройство. Походу на свой аккумулятор по одному зарядному устройству. Тоже верно. Сразу вкинул в розетку и сразу три заряжается. Да. И третий аккумулятор для третьего зарядного устройства. Да. Три блока, три аккумулятора. Совершенно верно. Даже если один какой-то из них сломается, все равно останется чем заряжать. Следующий отсек у нас шланг. Такой сделан добротно. Качественный. Внутри написано. Здесь сбоку клавиша регулировки подачи воздуха. Кому много, может сделать меньше, кому мало и наоборот. Отсюда выходят пузырьки. Но я переделаю под шланги, чтобы пузырьки сзади выходили. Потому что будут забивать уши. А так шланг для зубов. Что-то написано. В общем, вот такой шланг. Это у нас получается дальше крепеж. Крепеж можно на шею, можно на ребра, на грудь. В общем, с этим мы разобрались. Это у нас шланг для подачи воздуха. Следующий отсек у нас сам насосик. Внутри Немо. И тут тоже что-то написано. А тут написано Modern USA, то есть Америка. Так вот, то делают китайцы, а это делают американцы. Сюда вставляется. Сейчас положу. Это для отсека, чтобы заглушечка. И вставляется сюда вот эта вот палочка. Вот она вставилась. Соответственно, если волной накрывает, ничего страшного не происходит. То есть он полностью погружной. Волна нам не страшна. С этой стороны разобрались. Переворачиваем. Здесь у нас отсек для аккумулятора. Аккумулятор засовываем. Присоединяемся, закручиваем. И сам компрессор находится внутри. Вот здесь указан его серийный номер. Это все пристегивается по плавку. То есть он находится полностью в воде. По инструкции, как сказали, на суше больше 10 секунд включать не рекомендуется. То есть его надо включать только исключительно в воде. Дальше откручиваем заглушечку с этого места. Так, как я вставляю, сейчас разберемся. Походу так. Скорее всего, да. Вот оно вставилось. Нет, сначала закручивается. Две направляйки. Тихо, что ты пукаешь? Что-то он запукал. Закручивается. И закрывается. Все, аккумулятор на месте. И пробуем делать первые вздохи. В принципе, должно от нажатия работать. Наверное. А, да. Работает. Попробуем подышать. Пушка. То есть, грубо говоря, работает он. Сейчас попробуем еще раз на он. Нет. Включение получается через этот шильдик. Поворачиваем сюда. И он начинает работать. Выключаем. И он не работает. Не работает. Поворачиваем.
заработал. То есть это регулировка, можно чуть меньше сделать. Вот она подача. Пушка-бомба. Включил, выключил. Все. Больше кнопочек на нем не существует. По весу, ну так, килограммов 4-5, не больше. В общем, компактная система. Отсоединяем крутилочками для транспортировки. Снимаем аккумулятор. Все, аккум готов. Даже можно проверять под водой. Всплыл, посмотрел, сколько заряда осталось, и назад засунул. Надувается он через вот это отверстие ртом. Надавили, надули, отпустили, не выкачивает. Открутили, и воздух сам спустился. Такая вот нехитрая система. Надавливаешь и качаешь. Ну, в общем, вот такая система. Так что, кто хочет смотреть видео, как погружаюсь с этой системой, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. И до новых встреч в море. На глубине.